«Рыцарь леса» – так называется конкурс, который проводит Республиканский фонд защиты диких животных, учрежденный супругами Камилем и Татьяной Зиганшинами в память о сыне Олеге, трепетно любившем природу. Фонд существует с 1993 года, и до 2005 года он носил название «Фонд поощрения граждан и организаций, занятых защитой диких животных». Уже четверть века супруги Зиганшины выполняют благородную миссию из собственных средств, поощряя защитников природы. Раз в два года фонд организует научно-практическую конференцию «Проблема охраны и защиты диких животных и среды их обитания в Республике Башкортостан» и конкурс «Название «Рыцарь леса». Его победители отмечаются дипломами, ценными подарками и нагрудными знаками. «Рыцарь леса» проводится для следующих категорий: охотинспекторы, рыбоинспекторы, егеря, лесники, работники МВД, природоохранной прокуратуры, охотничьих хозяйств и других природоохранных организаций, сотрудники особо охраняемых природных территорий, сотрудники научно-исследовательских и учебных заведений, занимающиеся исследованием и сохранением диких животных и среды их обитания, граждане, занимающиеся защитой диких животных и среды их обитания по личной инициативе на добровольной основе, государственные чиновники, представители законодательной сферы, сотрудники муниципалитетов различных уровней, представители бизнеса, внесшие значительный вклад в защиту и сохранение диких животных и среды их обитания. Издательства, редакции журналов, радио, телевидения за серию наиболее значимых публикаций, передач, связанных с защитой диких животных и среды их обитания, воспитанием любви к ним. Фотохудожники, фотографы, снимающие животных в естественной среде обитания. Журналисты, писатели, художники за наиболее яркие произведения статьи и фотографии диких животных. За последние четверть века обладателями дипломов и почетных знаков стало около 1000 участников конкурса. Несколько сотен удостоились почетного звания «Рыцарь леса», несколько из них посмертно. 17 самых достойных получили главную награду – гран-при конкурса.